Итак, уважаемые телезрители, доброго времени суток. Сегодня 17 декабря и последний матч уходящего года. ФШМ против Нархоза. Сегодня играем с хозяевами поля. Сейчас у нас тренировка. Тренировка перед матчем. Ребята настроены очень серьезно, судя по их настроению. Итак, ждем. Итак, слова назидания со стороны тренера Станислава Геннадьевича своим подопечным. Да. Результат сегодняшней игры, возможно, никак не повлияет на карьерный рост команды ФШМ. Ведь вчера они доказали, что они имеют право занимать лидерские и почетные места в футбольных матчах. Итак, уважаемые телезрители, готовимся к игре ФШМ Нархоз. Так идет жеребьевка через Сулифа. Замечательный момент. В среднеазиатских странах. Итак, начало игры. Ай-яй-яй, какая с первой же минуты. Опасная атака со стороны команды ФШМ. Глядите. Идет упорная борьба. Да, вратарь показывает свое мастерство. Посмотрим же, что будет сейчас возле ворот ФШМ. Оп, молодец. И гол! Yes! Первый гол ФШМ. Вот так вот с легкостью и без упорства был открыт счет в этой игре. Ага. Да, не так уж просто пробить стенку из Батыров Орды ФШМ. Ага. Аут. Мяч ФШМ. Прекрасная атака. Пас. Обход. И... ах! Была ситуация на открытие второго гола в этом матче. Аут. Практически в полсилы команда ФШМ атакует ворота противника. Итак, и какая идет борьба. Вы посмотрите, это упорство должно увенчаться успехом. Ребята, с вас гол. Ребята, с вас гол. Какая игра вратаря. Ага, быстрый пас и... Нет. Защитники команды ФШМ достойно защищают свои ворота. Ах, какой пробив... Ай-я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 й! Счет сравняли 1-1. Прекрасная атака соперников.
Смотрим, что же будет дальше. Ох, какой был удар. Летел прям в девятку. Ну, но реакция вратаря соперников достойна аплодисментов. Мяч в игре. Итак, проход. Ах, а вот двух соперников. Так, разыгрывает команда Нархоза. И, ребята, соберитесь. ПЖМ атакует. Аут, аут, аут. Угловой. Назначен угловой. Кажется, эти позиции они уже играли. И, ребята! Да, защитники команды Нархоз. Ай-яй-яй, опять угловой. Опять назначен угловой. Третий угловой должен быть. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Мяч ушел от команды ШШМ. Игра продолжается. Началась жаркая борьба за мяч. Так, 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 так. Господи, у меня иногда не хватает слов для описания такой игры. Игра просто накаленная смена. Произошла смена в команде ФШМ. Посмотрим, что же даст новая волна участников. Какой был пробит удар навесной. Эх, ребята, не забивайте, вы забивают вам. Давай, 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 давай. Так. Борьба возле ворот. Заколдованный не зашел в ворота. Мяч у команды выше. Эх. Да. Как опасная игра возле ворот выше. Мяч. 16 номер. А ведь мяч мог бы оказаться в воротах соперника. Уях, назначен угловой. Как же разыграет в этот раз ПШМ? Интересная стратегия. Стратегия похожа на петлю Баужанова Мушлы. И удар по воротам мимо, мимо. Увы и ах. Продолжаем. Заметьте, уровень игры команды ФШМ растет практически с каждой игрой. Ага. Мастерство повышается под чутким руководством Станислава Геннадьевича. Бурные аплодисменты, уважаемые дамы и господа. И мяч в игре. Так, сложная ситуация. Обвод соперника ФШМ. Ah!
Ага. Так опасная игра. Вратарь практически изучает времени ухода мяча за аут. Угловой назначен угловой. Назначен угловой. Точка кипения команды ВШР. Айда! Достойная идет игра. Команды практически уравновешены. Был в воротах команды ВЖМ, но искусная игра вратаря не позволила. Ага, смотрим, что будет дальше. Ага. Усиленная борьба в центре поля. Мяч ВЖМ аут. К сожалению, аут. Команда Нархоза и вновь аут. Мяч у команды Нархоза. Разыгрывает в центре поля. Да. И вновь опасная игра возле ворот. Назначен угловой. Посмотрите, какая идет борьба возле ворот команды ФШМ. Айда, какой красивый отбив вратаря. Смена произошла в команде ФШМ. Какая была сейчас потасовка возле ворот соперников команды Нархоз. Да, обе команды держатся достойно. Обе команды стоят друг друга. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Выход вратаря не позволил забить очередной гол команды ФШМ. Аут. Разыгрывает команда ФШМ. И... Произойдет ли ошибка? Нет, ошибка не произошла. И вновь разыгрывает ФШМ. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Какая идет атака. Назначен угловой. Итак... Ай-яй-яй-яй-яй, не оказалось.
не оказалось. У нашего футболиста возле ворот неточная подача с углового. Посмотрим, как разыграет команда Нархоза. Итак, ребята собрались. Удар по воротам. Молодец. Вратарь Нархоза достоин аплодисментов. И вновь угловой. Ох, какие финты у команды ФШМ. Ах! Гол команда ФШМ! С каким упорством все-таки мяч оказался в вратах соперника команды Нархоз. Так, мяч в середине поля. Айда. Да. Ах, какой пробив к воротам соперника, но вратарь не дремлет. Итак, ответный удар от вратаря Нархоза. Аут. Пошла горячая игра. Что во мне даже проснулись операторские способности, вернее, способности диктора. Ага. Итак, вновь еще. Ай, да какая была атака, задумка наших ребят. И это очень восхитительно вновь с углового. Быстрый развод нашей команды. Они не терпят, они хотят выиграть сегодня, они хотят победить. Ага. Замечательная игра. Игра в пас. Ах. Великолепная борьба возле ворот соперников. Ага. Мяч не прошел. И вот это да! С каких ракурсов пытаются пробивать по воротам соперников футболисты команды ФШМ. Ай, гол! Это молодцы! Как красиво! Практически это видно, что команда сыгралась. Команда ФШМ делает заявку на победу. Молодцы, ребята, молодцы! Счет 2-1. Если мне не изменяет память. Ведет команда ФШМ. Итак, опасная ситуация возле ворот команды ФШМ. А, ай да молодцы. Так, что такое? И вновь. Ай да молодцы, вы посмотрите, как они играют фаст. ФШМ чемпион! Ай да молодец, вратарь команды Нархоза. Мяч в игре. Вы посмотрите, как грациозно атакуют команда ФШМ команду Нархоза. Да, вчерашняя игра, видимо, повлияла на настроение команды ФШМ. Ага. Мяч в игре. Мяч у команды ФШМ. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Какая была возможность забития очередного гола, но ничего страшного. Происходит замена в команде ФШМ. Мяч в игре. Ага. Так, аут. Мяч ушел от команды ФШМ. Ох.
Итак, закончим первым тайм со счетом 2-1 в пользу команды ФШМ. Итак, объяснение стратегии и изменение настроения, скорее всего, на второй тайм. Да, посмотрите на поведение футболистов команды ФШМ. Уже видно устойчивая нацеленность на победу. Появился командный дух. Итак, уважаемые зрители, начало второго тайма. Счет по-прежнему 2-1 в пользу ФШМ. Ага, вы посмотрите, какой был пробит удар командой Нархоза. Ага. Итак, борьба пока возле ворот ФШМ. Мяч в середине поля. Аут. Аут. Так, команда Нархоза, видимо, собралась, это видно по их игре. Большая часть атак уже возле ворот команды ФШМ. Мяч в середине поля. Ай да! Ай да! Какая была атака! А ведь мяч мог оказаться в воротах соперника. Какая пробивка по воротам соперника, но мимо, увы. Гол команде ФШМ. Счет сравнялся. Счет 2-2. Да. Интересно, каков будет же сегодняшний результат. Результат сегодняшнего дня. Да. Какой был проход к воротам соперника, был отличный пас, но что-то пошло не так. Ого. С какого расстояния пытаются бить
футболисты команды «Нархоз». Угловой. Назначен угловой. Ситуация возле ворот команды ФШМ, но соперники не смогли пробить ворота. Опасная игра. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Гол в воротах ФШМ. Счет 3-2 в пользу команды «Нархоз». Защита команды «Нархоз» явно увеличилась во втором тайме. Счет 3-3. Замечательно, замечательно. ФШМ, молодец! Какая идет прекрасная игра. Так, так, так. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так, ребята, не забываем правила. Не забиваете вы, забивают вам. Еще один гол! Еще один гол требуем мы от команды ФШМ. Thank you.
Да, команда Нархоза атакует. Произошла замена вратаря. Какой был проход к вратарям соперника. Мяч от ворот. Ребята, ФШН под наш мяч! Дай! Есть! Гол! Гол! Головой пробит очередной гол. Счет 4-3. Ведет команда ФШН. Молодцы! ФШМ. Нархоз! Конечно, только так. Сейчас будет назначен, видимо, штрафной. Пожелаем удачи команде ФШМ. Угловой. Назначен угловой. Итак, мяч в игре. Мяч аут. Замена в команде ПШМ. Сравняли счет. Команда Нархоза 4-4. Какая игра вратаря команды Нархоз. Thank you.
Удержали атаку команды «Нархоз». Давайте, ребята! Давай! Ай-яй-яй-яй-яй! Как же так? Итак, закончен матч с победой ВШМ. В любом случае, команда ВШМ в данном турнире занимает достойное второе место. Поблагодарим за прекрасную игру команду «Нархоз» и команду ВШМ. Обязательное уважение, дань сопутствующих команд.